Мы приехали в отель Ориентале, также он находится в центре. И перед входом здесь вот такая замечательная зона с рыбками. Пойдемте посмотрим ресепшн. Работают вентиляторы. А потом уже едем в другой отель. Указательный ресторан. Бассейн. Какие переходики классные. Побежали в номер. Ребят, у нас тут две группы, очень быстро пытаюсь снять ванну, панорамное окно. С балкона по территории. Ну, вид просто на сад. Продвигаемся по территории отеля Ориентале. К пляжу. Где мы жили? Есть небольшая, абсолютно небольшая детская горочка. Чуть дальше есть бассейн. Что здесь у нас? А что вы думаете? Я думаю, пунктик. Фу, нет. Так, только тоже нет. У нас пляж поверхности. Только ракушечник. Ракушечник. Что тут с пляжем? Беда тут с пляжем. Ну тут, ну не то что беда, но получше, чем в предыдущем у нас отеле, что там совсем ничего не было. Тут тоже ступенечки. Но здесь хотя бы, ну, знаете, хоть чуть-чуть здесь есть полоска песка. Вот она полоска. Вот здесь как-то море поспокойнее. Господи. Ну, вся территория вот усеяна такими милыми всякими рудиками. Это очень сильно подкупает. Самара у нас не на 200 километров. Как обычно, я в режиме побежала. Давайте посмотрим, что у нас здесь дальше есть. Блин, воинского лежаков, шезлонгов тут более чем достаточно, хочу вам сказать. Какой бассейн. Ребята, я вам сейчас покажу. Просто бомба. Сейчас я вам покажу. Есть детский бассейн. И причем, ой, она как лапка сделана, слушайте. Это бассейн в виде лапки. Тут 5 маленьких бассейнов. Здесь водопад. И 2 водопада. Вот это бассейн с зеленой водой.
просто потрясающее зрелище. Шли в номер бунгало на первой береговой, прямо возле пляжа. Очень плохо видно, конечно. Смотрите, за окном моря. Попробую перевернуть. Ну так, чуть-чуть лучше видно. Продолжение, конечно, огромный. Ванна моей мечты. Конечно, супер круто. Какое зеркало, ребята. Ванна, конечно, бесспорная. И вот такая зеленая зона. Есть и ванны. И здесь джакузи у нас и душевая. Мы уже возвращаемся к зоне ресепшена. Через опять этот маленький фонтанчик. Просто территория зеленая, красиво, очень колоритно. Прям при своем расположении это очень удачный вариант. Would you come to see a kid garden, kid center? Здесь в отеле детский центр, если мы правильно поняли. Это будет, конечно, бомбический отель. Сам бомбический отель в центре. Да, ребята. Это круто. При своем расположении. Он закрыт. Он закрыт, мы не сможем посмотреть внутри, но он есть. Это круто. Расположение отличное. Смотрите, на какой оживленной улице. Здесь все есть. Мы в центре Муйне. Здесь все рядышком. Кафе, бары, рестораны. Все абсолютно. То есть пляж нормальный. Питание есть. Детский центр есть. Вообще для отдыха с ребенком очень круто. Здесь столько бассейнов. Такая красивая территория живая. Что обязательно надо отметить этот отель. И поставить галочку на рекомендацию 100%. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лена. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.